Окей, всем привет, и вы на канале Тёмка Геймер, и в этом ролике я поиграю в Undertale на пути геноцид против Санса. Сложная эта игра, как вы видите. Я еще раз сохранюсь, так просто. Мне нравится звук. О, я люблю беситься. Все. Ладно, идем. Мы идем. И обратно идем. Ладно, уж к Саньку надо прийти. Давай просто перейдем к делу. Ну давай. Готов? Ты, конечно. Ты меня опять убьешь. Вверх. Идеально. Нормально сохранил хпшечки, так вот и бьем мимо. Блин, вот я не могу. Это атаки все очень для меня сложно на телефоне, на компе вот все гораздо легче. Я на компе обычно играю в Майн, да, в Андертуху там где-то. Как раз на геноцид тоже прохожу. Ух ты ж, блин. Скотина ты такая. Костями, блин, бросается. Эть, вниз. Нижняя кость. Так, я думаю, ну, пора, наверное, надо ударить его. Сейчас атака будет легкая, поэтому, ну, ладно, погнали. Так, прыгай. Прыг. Прыг. Оп, кость. Сейчас следующая тоже будет полегче. Если я на следующей не зафейлюсь, то можно будет и пока не жрать особо, и жить спокойной жизнью. Потому что следующая атака вот будет полегче. Бьем. Ну, значит, что, вот это вот атака. Я на ней вроде более-менее как бы, ну, выживаю. Ух! Ты ж, блин, а! Блин. Ну что ж. Игра окончена. Представили бы, тут был бы еще хардкорный режим, как мой. Типа ты подыхаешь и уже все, не можешь вернуться в свой мир, забрать вещи. Некоторые люди на новый хит даже снимают. Типа они не получают урона. Я этого сделать не могу. Почему? Блин, я нажал на кнопку, но он этого не сделал. Тренируемся к последним атакам. Эть. Ну, тренировка всегда хорошо. Плюс мне сегодня надо еще сейчас уроки доделать. Так. Чпок. Мимо. Это так она полегче. Просто делаешь вот так и все. Я раньше думал, как люди это проходят. Нижний мир это... Ну, точнее, сначала я думал, что эта игра, она легкая. Конечно, так и есть, если ты идешь на пацифист, но если ты начинаешь его проходить своими действиями, своими трюками, типа... Понимаешь чувства тех авторов других роликов, где они проходят на геноцид концовку, и ты просто подыхаешь еще раз. Блин! Бомбит у меня! Не бомбит у меня! Не бомбит у меня! Не, все равно бомбит. Я думаю, я немножко посниму, ну, поиграю. Я думаю, можно будет ролик потом закончить. Это пока начало моей карьеры. Я думаю, это карьера и не будет, а просто так вот. Я решил попробовать себя в роли блогера. Точнее, не блогера, а ютубера. Все время путаю. Блогеры снимают блоги. Ютуберы снимают видео с для ютуба там. Летсплейщик, короче, все. Ютуберы снимают всякое другое там. Летсплейщики снимают летсплей. Летсплей. Оп, 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 оп. Задело по барабану. Шабак попробую просто использовать. Уху, я наверху. И вниз. И вверх. Во, не задело. Минус ровно 40 хп. Куда-то в говно. Все. Не двигай. Чем беситься, двигаться, когда атака уже
закончилось, типа все прошло. Если можно просто постоять и все. И поговорить, и подумать о жизни. То, что Undertale, то слишком сложно. Я только что хотел подвигаться. Чуть на кость не полетел. Вы, конечно, этого не видели, но я палец держал вот прям в центре геймпада. А, сейчас будет это моя нелюбимая самая атака. Я прям на платформе стою. Просто вот так далеко летишь и все. Я думаю, убавлю звуку. И немножко прибавлю. Вот так нормально. Ух! Ух! Блин. Эх! Ух! На! Так вот, так вот, вот так, вот так, вот так, вот так. Ай, задело! Бьем его! Следующие атаки будут полегче. Это я научился проходить просто вверх, потом сюда, потом вверх сюда. Следующее тоже, по идее, должен пережить, если я, конечно, не зафейлюсь там. Нет, могу зафейлиться. Вот зафейлился. Опа! 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 А нет, вроде выжил. Сколько у меня еды осталось? А, нормально еще. Поем. Вот это вот был эпик фейл просто. Я думал, что я выжил, поэтому можно не есть особо. Главное, бьем просто в центр, чтобы он быстрее устал. Хотя это не имеет никакого значения. Просто бей, не хочу. Вот это уже жрать. Нет! Офигеть! Вы видели? Ай, вот это уже было зафейлено. Эпик фейл. Все, дошел до второй фазы. Ну, вроде уже более-менее легче дохожу. Давай же, дружище, ты помнишь меня? Пожалуйста, если ты слышишь. Давай забудем обо всем этом, хорошо? Просто положи свое оружие и... Ну, моя работа станет намного легче. Сон щадит вас. Я могу его посидеть, видите, тек желтый. Я лучше поем сначала. Я съем легендарного героя. Съем. Ну. Легендарного героя. И битва. Чпок, и он уворачивается. Слушай, попытка, не пытка, похоже, ты предпочитаешь типа, трудным путем, да? Да! Ну не по барабану вообще. Хотя нет, не по барабану. Ты уж слишком жесткий пацан. А, ты, может быть, не имеешь пола. Ну хотя это я без пола летяга. Нет, ну, я играю за персонажа без пола летяга. Типа у него нету пола. У Фриска вообще пола нету. Он не определенный. У него есть энка. Ай! Пошла жара. Типа, ну просто стою на кости, и мне как будто вообще по барабану на все. Уть, в угол надо было. А я не сделал этого. Нет! Просто жри стейк. Оп! 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 Опа! 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 Хоп! Хоп! Я подумал, я сейчас на действие нажал. Еще одно. Оп! Побыстрее будешь. А ты! Тварь, какая ты белая! Пирог жри! Большие ротики! Оп! Сейчас кости пойду. Оп! Во! На телефоне эта атака, я так и знал, что она будет полегче, потому что, ну, типа, ну... И так понятное дело, что, ну... А-а-а! Запылился вообще жестко. Хорошо, хоть и лапша осталась в еде. Друг не бросает в бите. Друг ест лапшу. Друг
делится дошираком. Ну все уже, я проиграл. Пока я. Ну, я думал, что на этом пора закончить, ну, потому что не хочу бомбить долго. Ну, поэтому ладно, спасибо за внимание и спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.